Здравствуйте, Джамиля Ханым. Здравствуйте. Что сегодня здесь происходит в музейном центре? Выставка в честь 160-летия судостроения, руководства. Очень интересно все проходит. Вы тоже участвовали, да? Да. И получили сертификат? Да. Можете показать? Да, конечно. Прекрасно. Очень хорошо. Джамиля Ханым, наш журнал называется «Таныш Олак», то есть «Будем знакомы». Расскажите о себе. Я студентка Академии художеств. На третьем курсе живопись. На этой выставке я участвую с работой, посвященной моему дедушке, прадедушке точнее, Касымгюль. Хорошо. Он был океанолог, географ. Он изучал Каспийское море и написал множество книг, посвященных непосредственно Каспийскому морю. И я решила в честь него, чтобы вспомнить его, почтить его память. Хорошо. Написать портрет, вот, дай бог, увидите. Джамиля Ханым, в роду, в семье были художники? Есть пару человек, но они не стали знаменитыми, к сожалению. Но есть люди, увлекающиеся. Джамиля Ханым, можете рассказать о себе чуть больше? Интересы, семья? Семья Гюль, мы вот потомки. Давно участвуете в выставке? Как? Давно участвуете в работе выставки? Да, я уже где-то 3 года. Хорошо. Да. Не готовите персональную выставку? Хочу, собираю в следующем году, дай бог. Собираете работу, наверное? Да. Прекрасно. Спасибо, удачи вам. Вам тоже спасибо.